это Маргоство, и сегодня будет вторая часть распаковки вот такого шоколадного шара Чупа-Чупс с новогодней версией. Кто помнит, что нам пропало в прошлый раз? Тут молодец, а еще у меня что-то упало. В общем, смотрите, я купила еще также такие вот наклейки со стразами. Надеюсь, это... Да, это просто наклейки. Я, если честно, даже подумала сейчас, что это наклейки на лицо. Хотя, думаю, их на лицо должно быть наклейки, но это будет странно. Ну, стразы еще можно, думаю. В общем, они очень красивые, прям переливаются. Надеюсь, на камеру это передается неплохо. В общем, мы посмотрим, как они клеятся. Обязательно приклеим их в мой дневник новый, но сначала мы откроем киндер. Так, вы спрашиваете, а при чем тут Пепси тогда? Потому что я ее тоже купила. И она тоже, кстати, новогодняя, только сейчас заметила. Здесь такой вот... Короче, здесь такие вот новогодние рисунки, очень классные. Тоже попробуем, оценим. Ну, начнем мы с яйца, и точнее шара. Потому что это самое интересное, он упакован и не видно, что там. Давайте начнем открывать. Так, хотела рвать эту упаковку. Такое вот у нас яйцо. Оно получилось ровно, хоть бы и сломалось ровно. Нет, конечно. Так, давайте, я пока не буду смотреть, что там, потому что я даже не помню, что какая там коллекция. Давайте открывать. Так, надо как-то открыть. Так, а, то, что там снова техника открывания. Сейчас. Так. Открываем. И что у нас тут? Колокольчик, смотрите, такой миленький. И тоже такой же на ощупь. Вот. Такой вот он классный. Тот брелочек, можно повесить его на елочку или на ключи, не знаю. Вот. Давайте я еще раз посмотрим коллекцию. Давайте сейчас я посмотрю. Она не разворачивается просто. Ну, как-то вот так. Здесь у нас есть олень, зайчик, носочек, колокольчик, снеговичок, елочка. Это у нас что-то там еще. Сейчас посмотрим. Так, звездочка, Дед Мороз, Печенюшка и наш пингвиненок, который нам был в прошлом видео. Я его сейчас вам покажу, только я не помню, куда я его положила. Но сначала, перед тем, как я вам покажу, мы посмотрим на нашу игрушку. Вот такая вот у нас милая. Вот колокольчик, динь-дон, динь-дон. Вот такой вот колокольчик с бантиком. Очень прикольно, мне нравится. И обязательно его куда-нибудь повешу. Я вот думаю, у меня будет где-то вон в том углу, вот в этом, стоять елка большая. А я думаю, может быть, свой рабочий стол вот сюда вот куда-нибудь поставить маленькую елочку, и на которую я повешу вот этот вот такие вот игрушечки, как вы думаете? Потому что я не думаю, что на эту елку мне... Она такая плотная, ну, короче, как сказать, толстые ветки у нее, что на нее, думаю, что не налезет такие игрушки маленькие, так что я повешу, наверное, на маленькую. Ну, вы решайте, куда я ее повешу. Есть у нас еще третья елка будет, возможно. А может даже четвертая, это будет очень странно. Ну, в общем, говорите, куда такие игрушки вешать. Вот такая вот у нас игрушка. А сейчас я вам покажу нашу прошлую игрушку. Так, вот такая вот игрушечка у нас попалась в прошлом видео. Это вот такой вот у нас пингвиненок. И я, кстати, такая, где же он? Ищу его в виде, смотрю, нигде нету. А потом вспоминаю, что я его повесила на карандаш. Ну, ладно. Вот такие вот у нас игрушечки, они очень миленькие, к ней я привезу веревочку не в виде, потому что я плохо умею это делать, но потом попробую. А сейчас мы посмотрим на наклеечки, да, вот такие вот у нас наклеечки, они очень блестящие, здесь написано Mary and Bright, да, Mary and Bright, вот. Потом у нас здесь Merry Christmas и Mary and Bright Xmas. Очень классно, мне они очень нравятся, просто они даже лучше, чем которые были в прошлый раз. Я их вроде вам не показывала, сейчас я и попробую найти. Она вот они у них красивые. Вот такие вот. Они тоже очень красивые, тут больше их. Они такие, они тоже переливаются, все очень красиво, но все-таки вот эти вот лучше. Хоть они их и меньше, они просто очень красивые. Вот просто не передается так даже на камеру, как они блестят. Ну, хотя передается, да. Неплохой айфончик у мамы. Ладно, так. В общем, они очень красивые. Вот берем пока вот эти вот наклеечки, а эти мы сейчас проверим, как они клеятся. Я достану свой дневничок из Royal High. Оп. Оп. Оп.
Вот он, грузовичок. И открываем его. Здесь мои наклеечки. И как раз-таки сюда мы приклеим. Хотя давайте лучше сюда. Потому что я хочу больше сюда приклеить. Это у меня левел, который был вчера. Вот мой 172-й. Не знаю, какой у вас левел. Думаю, у вас тоже неплохой левел. А если у вас пока что маленький, не огорчайтесь. Вы конечно же, накопите, потому что... Ну, если вы будете стараться, хотите получить третью русалку, у вас все получится. Я опять забыла, что они на такой прозрачной бумаге. Это так красиво. Обожаю прозрачную бумагу. Вот когда вот с этой штучкой было, с белой, это было не так красиво, как с вот этой вот. Ладно, давайте я хочу приклеить вот сюда вот какую-нибудь неплохую, достаточно большую. Давайте приклеим Мэри Крисмас. Блин, почему я читаю Мэру? Видите, Y написано так, как будто бы это О. Так, давайте ее откроем, она... Вау. Она вот такая вот... Она типа, знаете, картонка вот такая вот. Так держится прикольно. Но это не картонка. Смотрите, как это красиво. Вау, все, она улучшила мой дневник. Посмотрите, как красиво стало. Все. Идеальные наклеечки, в общем. Мы их тоже с вами посмотрели. Я закрываю свой дневник, кладу его обратно. Ну, теперь переходим к дегустации салатовки. Начнем мы с шоколада, потому что он уже открыт. Я попробую шоколад. Вдруг он не такой хороший, как был в прошлый раз. Да, он всегда идеальный. Молочный шоколад очень вкусный. Люди, у которых аллергии на молочный шоколад. Так, ну ладно. Ну, если честно, мне нравится шоколад такой. Не знаю, как вам. Ну, мне нравится. Если вам у вас аллергия, не расстраивайтесь. Все есть, то, что вам поесть можно будет. Так, ну, значит, у нас вот такой вот Пепси. И теперь опять сложно будет открывать его. Получилось. Ой, как сложно было открывать, мне пальцы болят уже. Слушайте, он пахнет так как-то по-рождественскому, не знаю. Давайте попробуем. Не, я ошиблась. Он пахнет Пепси, но... Здесь есть какой-то привкус Кока-Колы из новогодней коллекции, да. Тут что-то новогоднее есть, я не знаю. Настроение новогоднее. А, кто смотрел мое... самое последнее шортс видео, тот, я думаю, ну, или в Reels, или в ТикТоке, тот видел, что у меня снег выпал. И вот, то, что сегодня утром, но вечером опять выпадет снег, будет идеально, так же, как вчера. И хотите прикол? Я катаюсь на коньках. Нет, у нас еще не залили каток. Я катаюсь на вот этой вот площадке футбольной, вот на этой футбольной площадке, тем, то, что я, как бы... Там под снегом скользкий асфальт, вот, и когда я просто так вот, типа, встаю и разгоняюсь, и бегу, получается, как будто на коньках, это все очень классно, вот, в общем, не знаю, у кого как, но уже вроде как в Москве, в Оренбурге, в Казани выпал снег, и я вас поздравляю, если вы любите снег, лично я обожаю снег, потому что сразу такой свежий воздух, снег тебе в лицо улетит. Вот. Потом ты можешь сделать снежного ангела. Много игр со снегом. Вот. А так, когда осенью как-то скучновато. Там Хэллоуин, конечно, есть, но все-таки это не лучший вариант. Вот. Значит, я дегустирую вот это вот все. Пепси я ставлю 9 из 10. Очень вкусно, но слишком газированно. Киндеру я ставлю 10 из 10, потому что он всегда идеальный. Ну, это же не киндер, это чупа-чупс, конечно же, я путаю. Но все-таки вот. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал и на Олесин канал, и на, не знаю, чей еще канал. Ну, короче, подписывайтесь на мой и Олесин канал. И ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И, в общем, писать комментарии. Всем пока!